Вы смотрите проект «Место происшествия». Мы продолжаем. 5 автомобилей поучаствовало в аварии на улице Московской, и все благодаря даме на Митсубиси. Девушка не соблюдала дистанцию, а потом резко ушла от столкновения с попутной Audi. Все подробности в рубрике «Видеорегистратор». На перекрестке улиц Московской и Романа Ердякова автомобилисты совершали традиционный поворот налево. Женщина на Митсубиси ехала из левого, водитель красного Audi из правого ряда. Видимо, именно это и не понравилось даме. Она ехала очень близко, как вдруг Audi слегка притормозил, встречная легковушка поворачивала на парковку торгового центра. И в этот момент дама на Митсубиси, уходя от столкновения, повернула налево и въехала в вереницу автомобилей. Под удар попали Гольф, Рио, Кашкай и RAV4. Сейчас, вероятно, виновница ДТП пытается доказать, что ДТП спровоцировал водитель Audi. Надо сказать, инспекторы возбудили административное производство, но не за скрытие с места ДТП, а за нарушение правил маневрирования. Туго с маневрированием, как выяснилось, и у водителя «Опеля». По торговому комплексу на Московской он ездил против движения, и это в итоге привело к ДТП с «Дастером». По словам очевидцев, водитель иномарки до аварии проехал несколько кругов против движения. Шок и ненависть вызвал маневр водителя автобуса на Октябрьском проспекте. Сразу от остановки он перестроился налево. Камера. И еще одно похожее перестроение устроила дама на кроссовере Сузуки. Она не заметила машину с камерой и так же, как автобус, устремилась налево. Ориентация на встречку с таким девизом поехала на красный сигнал дама на Пежо. Женщина не смотрела на светофор, а ориентировалась на встречные автомобили. Не смотрел на трехцветного регулировщика и гонщик на Октябрьском проспекте. Вот это я пошлю. Не уверен, не обгоняй. Не слышал об этом правиле водитель «Газели» на загородной трассе. И через сплошную пошел на обгон. Михаил Вагин. Место происшествия.